Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на Log of Game. Мы начинаем прохождение Гарри Поттер и Философский камень. Я сегодня зашел на канал, посмотрел, думаю, шоу, какие у нас плейлисты новые, старые. Посмотрел и смотрю, что у нас есть, в принципе, Гарри Поттер Тайная комната, Гарри Поттер Узник Азкабана, Гарри Поттер Кубок огня. Это самые играбельные, в принципе, версии. Я подумал, блин, а почему у нас нету первой части Гарри Поттер Философский камень? Лего есть. Обычные три части есть, в принципе, записаны. А почему первой части нет? Ну, давайте исправлять. Поехали, ребята, окунемся в мир волшебства и магии. Новая игра. Ночь начиналась как обычно. Жители домов на Тисовой улице, что на окраине Лондона, укладывались спать. Они и представить не могли, что вскоре вокруг начнут происходить очень странные вещи. Когда наступила полночь, с неба на улицу спустился огромный летающий мотоцикл с седоком-великаном. Великан, которого звали Хагрид, подошел к дому номер 4 и положил у порога небольшой сверток. В свертке спал ребенок. Гарри Поттер. Мальчик, который выжил. Следующие 11 лет своей жизни Гарри провел со своими дядей и тетей. Они всячески изводили мальчика, и тому оставалось лишь тихо тосковать в своем чулане под лестницей. Но однажды к Поттеру пришел уже знакомый нам великан Хагрид и передал приглашение в знаменитую Хогвартскую школу чародейства и волшебства. Они вместе отправились в косой переулок за школьными принадлежностями. По дороге Хагрид заглянул в гоблинский банк Гринготс и забрал оттуда маленький сверток. Потом Гарри отправился на вокзал, нашел волшебную платформу 9 3/4, и вскоре сверкающий поезд-экспресс увез его прочь из неприветливого мира обычных людей. Через несколько часов Гарри уже сидел на школьном собрании. Директор Дамблдор изложил новичкам правила поведения, а напоследок строго запретил ходить в коридор на 3-м этаже. Потом началась церемония распределения новичков по факультетам. Гарри боялся попасть в Слизерин, там готовили злых колдунов, и очень хотел, чтобы его определили в Гриффиндор. «Только не в Слизерин», — повторял он про себя, когда на его голову надевали говорящую, распределяющую шляпу. «Только не...» «Значит, не в Слизерин?» — произнесла шляпа прямо ему в ухо. В Слизерине ты мог бы обрести славу и власть, ведь у тебя есть все задатки. Нет? Ну ладно, если ты в этом так уверен, тогда... Гриффиндор. Озвучка, конечно, топ в этой игре просто. Добро пожаловать в Хогвартс, школу чародейства и волшебства. Я Альбус Дамблдор, директор этой школы. Помни, Гарри, Хогвартс полон тайн.
Ты можешь заглядывать в каждую дверь, которая попадется тебе на пути. Но будь осторожен, тайны бывают разные. Например, сегодня утром я ошибся коридором и нашел комнату, полную шоколадных лягушек. Но когда я вернулся туда, обнаружил только злющую гигантскую улитку. А теперь вверх по лестнице и на урок. Не опаздывай. Хорошо, Дамблдор. Так. Так, а как тут? Стрелками ходить, да? Угу. Гриффиндор, Слизерин. А, нет, это не Гриффиндор. Вот это что? Это Пуффендуй, Слизерин, Гриффиндор и Коктоврам. Здрасте. Так, а что, мышкой управляться либо стрелками как? О, вот и Рон. Эй, Гарри, это я, Рон Уизли. Помнишь, мы познакомились в поезде? Мои братья Фред и Джордж хотят кое-что показать тебе. Идем. Ну, пойдем, хотя прыжок идем, можно. Да-да, иду с тобой, Герон. Хотя можно прыжок, наверное, на что-то другое сделать, чтобы не мышкой управлять. Чтобы камера. Привет, Гарри. Привет. Мы поможем тебе освоиться в Хогвартсе. Тебе предстоит многому научиться. Иди за нами. Мы проведем для тебя свой секретный урок. Хорошо. Увидимся на защите от злых сил. Удачи, Гарри. Давай, удачи, Рон. Сейчас ты научишься прыгать и лазать. Подбеги к книжному шкафу и продолжай нажимать клавишу движения вперед. Раз-два, и ты уже наверху. Там есть несколько всевкусных конфет Берти Бот. Собери их и иди в следующую комнату. Хорошо. Кстати, я уже колдовать умею. Тут что у нас, просто подозрительный какой-то. Так, нет, тут потайной двери нет? Нет. Вы уже тут? Вот это магия! Как вы так быстро? Очень хорошо. Теперь давай займемся прыжками. Чтобы прыгнуть, тебе надо подбежать к краю и нажать клавишу прыжка. Если упадешь, ты всегда можешь снова забраться наверх и начать все сначала. Встретимся в следующей комнате. Мы будем ждать тебя там. Хорошо. Ред и Джордж. Ну надо же, это коза Фопота. Это полтергейст Пивз. От него одни неприятности. Сзади, сзади призрак, сзади. Берегись Пивза. Он терпеть не может первокурсников. Это, кстати, женщина, как ее, блин, не помню, из Коктеврама привидение. Поттер, меня зовут Пивз. Смотри, не попадайся. Прикольно, блин, ему озвучку сделали. Молодец, Гарри, у тебя здорово получилось. Если ты найдешь какую-нибудь интересную штуковину, а в Хогвартсе их полно, просто подойди к ней, и она окажется у тебя в кармане. Шоколадные лягушки восстанавливают силы, а все вкусные конфеты Берти Бот просто прикольно собирать. Мы их тоже собираем. Гарри, нам нужно 25 конфет. Приходи, когда они у тебя будут. Когда соберешь конфеты, мы покажем тебе дорогу на урок. А что за условия? А если я не найду 25 конфет, вы не покажете мне? О, кошмар. Привидения у них кричат. Так,
Так, осторожно. Вам не застрять тут. Сколько? 22 конфеты, да? А, ну вот, получается 25. Стойте, постойте. Так, я собрал, короче, Джордж. Спасибо, Гарри. Что б мы без тебя делали? Ну вот я не знаю. Конфеты нам нужны для экспериментов. Держи волшебную карточку. Ты ее заслужил. Я, кстати, как самый первый раз, когда проходил, помню, до сих пор у меня в голове осталось. Я такой, блин, для чего же они собирают конфеты? Чтобы попасть на урок заклинаний, типа задавался вопросом. Пройди через потайную дверь над шкафом. Удачи! Все там разные, короче. Такой, блин, наверное, они для чего-то крутого собирать. Не помню, что я думал, но я помню что-то такое, типа, оха. Составлял, короче, свои эти предположения. Разные при том. Так, а вазу нельзя разбить? Нет, вазу у нас. Ага, вон еще конфеты. Им, кстати, ремастер надо сделать вот первой части Гарри Поттера бы. Вот это было бы круто. Нет! Нет! Как ты его, Гарри? Он прыгает так странно. Можно было первую часть, ну, в принципе, и остальные части перезапустить и новую графику, в принципе, подтянуть и продать, в принципе, что. И деньги можно выручить, и фанатов обрадовать. Как считаете? Я бы приобрел бы. Стимчики бы. Где там, в оригинале? Опа. Так-так-так, наш знаменитый Гарри Поттер. Меня зовут Драко Малфой. Не путайся у меня под ногами. Это Краб и Гойл. Они тоже из Слизерина. Оба кубка школы и квиддича выиграет наш факультет. Усвоил? Держись от меня подальше, Поттер. Пошли, ребята. Тут что у нас? Мистер Филч, здравствуйте, здравствуйте. Давай уходи отсюда, Поттер. Не подходи к этому коридору. Тебе там делать нечего. Ага. Так. Прикольно. Как из фильма прям его сделали. Гермиона, это же ты? Привет, Гарри. Привет, это Гермиона. Это я, Гермиона Грейнджер. Помнишь, мы познакомились в Хогвартском экспрессе? Кабинет защиты от злых сил находится за этой дверью. Иди за мной. Да-да-да, Флитвик. Я профессор Квирл. Сегодня Квирл, вы научитесь, да, защищаться от темной магии при помощи заклинания Флипенда. Смотрите, да-да, помню, сейчас помню. Я нарисую символ заклинания. Потом вы нажмете кнопку мыши и, не отпуская ее, аккуратно отведете. А у меня раньше же какая мышь была такая, знаете, которая когда с шариком. Отпустите. И вот это реально такое мучение было, когда первый раз проходишь эту игру. И сейчас, в принципе. На 100% я, наверное, не делаю, да? А что, у нас время идет какое-то? 60, 70, 80, до 90 зашел, офигеть. Лепендо! То, что надо, мистер Поттер. 5 баллов факультету Гриффиндор. Попробуйте еще раз, мистер Поттер. Да-да-да, время есть, идет какое-то справа. Да? Ух ты, 94. Нига себе. То, что надо, мистер Поттер. 10 баллов факультету Гриффиндор. Ну же, мистер Поттер, попробуйте еще раз.
Не, ну 80 должен добить, в принципе. Уф. А почему я сейчас офигенно сделал, в принципе? Еле-еле 80 добил, кстати. 15 баллов факультету Гриффиндор. А теперь попробуйте быстрее, мистер Поттер. 95 тут нужно, да? Не, ну я не смогу 95, наверное. Нет. Девяносто пять нет, вряд ли. Да. Ну? Попытка достойная уважения, но этого недостаточно. 95 все равно много. Хорошо. Великолепно. 15 очков. Теперь вам предстоит потренироваться в сотворении заклинания Флипенда. Что именно я? За мной, только я? А остальные студенты? Остальные студенты остаются тут. Эх вы! Чтобы навести заклинание на цель, нажмите и удерживайте кнопку мыши. Чтобы сотворить заклинание, опустите кнопку. Воздействуйте за заклинанием на эту бочку. Хорошо, мистер Квирл. Флипендо! Флипендо! Воздействуйте на выключатель с заклинанием Флипенда, и дверь откроется. Заклинанием Флипенда можно воздействовать на самые разные предметы. Например, на этот котел. Попробуйте его опрокинуть, мистер Поттер. Так, стой. Флипендо! Я даже не обратил внимания, что там звезда была. Флипендо! Пойдемте возьмем ее. Блин, подождите, а там... А там котел какой-то был. Я просто думаю, сейчас не закроется у меня перед носом. Ну, отсчет не прыгаешь. А, я не могу, надо по-любому, значит, туда. Отлично, первая звезда получена. Вот это как, да? Так, я бежать? А, бежать и махать не могу, как во второй части, да? Очень хорошо. Теперь вам нужно собрать звезды. Я встречу вас позже. Хорошо, мистер Квирл. Так, а если я вниз упаду, что там? Там ничего нет. Так, я, конечно, управлять мышкой и... Тут... У-ху. Летать так прикольно. Здравствуй, Гарри Поттер. Здравствуй, я почти безголовый ник. Привидение факультета Гриффиндор. Ага. Это... Книга сохранения игры. Когда ты ее коснешься, игра будет сохранена. Если ты потеряешь все силы, тебе придется продолжить игру с этого места. Еще сохраненную игру можно загрузить из главного меню. Хорошо. Пока. Главное меню, сохранение, что? О чем вы говорите? Я не понимаю. Мы уже находимся в Хогвартсе. Эти... Нет. Флипендо!
Так, ну и давайте сохранимся. Так, а куда делся? Что за магия? Я помню, ребята, этот баг сидит. А он тут сидит. Бедолага такой. В стене. Просто зашел, типа, и встал. Так, сохранить. Так, стой. Флипендо! Ага, тут смотрите, еще у нас тут звуки странные тут. Флипендо! Флипендо! Нет, подождите, там еще бобы. Надо вот эти бобы собрать сначала. А то еще, не дай бог, исчезнут. Отлично. Три звезды. Так, тут ничего на потолке нет? Нет. О, мистер Квиру. Чтобы сдвинуть препятствие в сторону, воздействуйте на него за заклинанием Флипендо. Хорошо. Флипендо! 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 Так, сохранялка. Флипендо! Что нас тут ждет? Флипендо! Сохранимся по-особому. Вот так. В ручке мы сохранились. Так, тут ничего нет? Нет. Флипендо! 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 Походу, надо забраться куда-то. Так, тут что у нас? Флипендо! Отлично. Работай! Так это конфеты шоколадные бобы же из Берти Бонс. Вау! Так, тут что, сзади что-нибудь есть у нас? Нет. Флипендо! Ага. Так, вот тут, кстати, можно и упасть. Я знаю точно, невозможно и возможно. Флипендо! Надо быть поаккуратнее тут. Господи, это мой. Флипендо! Так, раньше времени не будем прыгать. Тихо-тихо. Я чуть-чуть теперь летел. Флипендо! Флипендо! Флипендо!
Так, а сзади что у нас? Слепендо! Ага, еще одна звезда и шоколадные. Так, а что они шоколадные? Светятся, что ли? Почему они отдают? Сто пудов тут. Слышите? Снизу костер стоит. Да-да, я слышу. Так, не вижу. Этих. Помню, когда-то тут я падал. У меня эти страхи до сих пор сохранены. Что упасть тут? Не дойти до конца? Тут ничего нету. Отлично. Это кто такие? Мистер дымовые Поттер, эльфы? Поттер, или кто это нет? Это гномы. А, гномы. Они обожают пакостить юным волшебникам. Зум гнома так выглядит страшно. Чтобы завершить эту тренировку, оглушите их заклинанием. Это рожденный только гномы гном? Гномы очень шустрые и могут причинить много неприятностей. Ты маленький, иди сюда. А вас несколько, что ли? Мои конфеты. Так, тут ничего больше нет. Магии Хогвартса. Вон, кстати, ваза стоит какая-то. Тихо. Ой, блин, да. Мышкой тут управлять просто. Это ужас просто. Мышкой тут управлять. Так, вон, кстати, еще одна ваза стоит. А что дальше? Почему он молчит? Что произошло? Что за баг? Профессор Квирл. Что за... Блин, да что за... Я словил баг? Серьезно? Он же тут должен со мной начать говорить такое и... Вот это что такое? Вот скажите. Это магия Хогвартса? Еще и жутковато. Эта комната черная выглядит так. Да. Да, мне придется будет сохраниться, да, получается? Выйти. Угу. И загрузиться еще раз. Так. Фух, спасибо, тут недалеко. Мистер Поттер, это гномы. Они обожают пакостить юным волшебникам. Чтобы завершить эту тренировку, оглушите их заклинанием. Гномы очень шустрые и могут причинить много неприятностей. Хорошо, мистер Флитвик. Ой, Флитвик, как нет, 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 не уйди от меня, курш от меня. Где вы? Слепендо! 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 Блин, опять эта темная комната. Слепендо! И что мне делать? Ну уже, профессор, ну уже, очнитесь! Зачем?
Профессор! И что мне делать, ребят, по правде? Может, сначала звезду взять? Давайте попробуем, знаете, как звезду сначала взять, потом оглушить их. Мистер Поттер, это гномы. Они обожают пакостить юным волшебникам. Чтобы завершить эту тренировку, оглушите их заклинанием. Гномы очень шустрые и могут причинить много неприятностей. Давайте. Тихо. Слетено! 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 Так, скажи. Блин. А почему я сломил бак? Как вот. Что это такое, ребят? Что это такое? Я же хотел пройти нормальную игру. Вот и как мне быть с этим багом? Все? Игра запорна? Ну, пожалуйста, очтитесь, профессор! Ну, я даже не знаю, что реально делать. Профессор? Сколько баллов получил? Слизерин 46 баллов уже как-то получил. Офигеть. А профессор, вы такую игру реально запороли, профессор. Что это такое? Как его чинится этот? Я не знаю, как чинится. Ну давайте последний раз, короче, пробуем мы. Загрузиться. Блин, реально очень жалко. Очень-очень жалко. Правда, не знаю, попробуйте еще раз пройти. Эту игру. Мистер Поттер, это гномы. Они обожают попасть. Блин, ну сегодня я точно. Я, блин, сегодня думал несколько запишу. Чтобы завершить эту тренировку, оглушите их заклинанием. Гномы очень шустрые и могут причинить много неприятностей. Слетено! Ну и что это такое? Вот реально, что это такое? Словил баг? Блин, вот тебе и называется прошел игру. Нет! Почему нет диалогового окна тут? Как этот баг решается, я не знаю. Кстати, они сделали звуки, смотрите, по камню и по ковру. Молодцы. Разные. Вот так, ребят, с вами был Лайков. Подписывайтесь, ставьте лайки. И мы прошли, не прошли игру. Это все. Волан-де-Морт виноват. Всем пока.